Каспийске по поручению главы города Бориса Гонцова состоялся выезд для проверки муниципальных имуществ, а именно складских помещений. Основная цель выезда – это выявление целевого использования данных помещений арендодаторами. По месту выезда проверили, что по назначению целевому складские помещения не используются. Имеют место перепланировка. Вот. И подозревается, что здесь были сданы в субаренду без согласия собственников, то есть администрации городского округа город Каспийск. Поэтому была сейчас на данный момент поставлена задача уведомить арендатора и, естественно, изъять эти помещения. Складским помещением по улице Матросова в Каспийске владеют два арендодатора. По месту выезда была проведена беседа, в ходе которой были согласованы сроки на выселение. Второй арендатор, тот, который имеет нецелевое использование складских помещений, он будет уведомлен, и уже дальше мы решим, какие сроки ему поставят для изъятия данных помещений складских. Отметим, что проходила проверка под руководством заместителя главы города Руслана Мирзамагомедова. А также в рейде приняли участие сотрудники администрации Каспийска и директор МКУ «Каспийск реклама» Артур Магомедов. Кроме того, в ближайшее время будут проверены и другие склады.